Всем привет, мои дорогие друзья! Ну что, сегодня вместе с вами я открыла новый аромат. Я сначала сняла распаковку, хотела, знаете, вот вместе с вами прям первые впечатления свои. Но этот аромат довольно-таки сложный и решила все-таки дать ему несколько минут для того, чтобы он уселся. И, конечно же, сегодня видео просто будет действительно мое первое ощущение, первые впечатления. И что же сегодня у нас? Это Джульетта Хасаган, Джульетта с пистолетом. Очень красивое название, очень интересная вообще история бренда. И это, насколько я помню, что это правнук Нина Ричи. В общем-то, интересная история, не буду вам ее повторять, наверняка вы где-то ее слышали, если не слышали, то в следующий раз я вам расскажу. Ну, давайте про аромат. Сейчас обоняю его с руки, давайте посмотрим, во-первых, как сделано все. Сверху я вам показывала распаковочку, значит, сделана вот такая бумажная, как бы упаковка. Дальше идет сама вот такая бархатная, как коробочка, состоит она из двух частей, и вот так открывается, и здесь сам аромат виден. Давайте я это сразу уберу. Выглядит очень презентабельно. Дорогой флакон. Это у нас относится к нише парфюмерии. Такая не самая дорогая, но все-таки смотрите по магазинам. У меня из рандеву, потому что там самая хорошая цена. И, конечно же, сейчас промокоды я вам оставлю. Там действует дополнительная скидка, которая суммируется со всеми скидками на сайте. Вводите промокодик, и у вас еще скидочка будет. А если у вас заказ выше 5000, еще и доставка бесплатная. А если там по Питеру и Москве, там еще меньше порог, чтобы была бесплатная доставка. В общем-то, такой ароматец. Джульетта Хасаган. Про что у нас этот аромат? Это про сладость. И, конечно же, вот этот сам цвет аромата передает то настроение, которое Джульетта должна нам передавать, собственно говоря. Когда я распылила себе его на руку, давайте сейчас я распылю. Вообще, очень хорошее распыление. Очень хорошая сама вот крышечка. Она внутри пластиковая, а сверху она железная. Мне понравился пульверизатор. Мелкодисперсное такое распыление, прямо как облачко такое, вуаль. И он со старта очень мощно звучит и очень горьковато-сладко. В пирамиде здесь заявлена сладкая ягодная нота малины, герани и нероли. И вы знаете, все это здесь слышно, конечно, но для меня на первых нотах сразу прибила какая-то горечь, как будто бы здесь миндальная косточка. Я аромат миндальной косточки, откровенно говоря, не очень люблю. Я его здесь сразу услышала, меня это очень сильно испугало, меня просто аромат прибил, но он уселся. Уселся, и так как у меня горячая кожа, я наносила на кожу, аромат очень интересно играет. Я еще не успела его на улице попробовать. Обязательно сегодня выгулю на улице и в одной из подборок расскажу вам, собственно говоря, дальше. В середине аромата здесь белые цветы, это жирная тубероза, ирис, флер д'оранж и жасмин самбак. И вот эта вся сладость, она довольно-таки гурманская, так как, конечно же, здесь у нас мощная сладкая ваниль, карамель такая ирисочная, знаете, такая тягучая, сладкая, съедобная, томная такая карамель. Конечно же, все это посыпано пудрой, очень много здесь слышу пудры. Это аромат действительно прям такой, он прям заваливает этими пудровыми нотами, но это и ничего необычного, потому что в базовых нотах здесь много гелиотропа. И все это на подстилочке мускуса и пачули. Но, вы знаете, многие в обзорах говорят, что он пахнет малиной, но я здесь не слышу никакой кислинки, никакой малинки. Может быть, на улице он у меня раскроется поярче, посочнее. Но вот многие пишут, малина посаханная с сахарной пудрой. Я даже почему-то ждала так эту малину, но здесь мне абсолютно, я не чувствую здесь малину.
Я здесь чувствую какую-то даже кокосовую такую вот молочность, возможно, тубероза вот такой дает мне эффект с ванилью, возможно, такое бывает со мной, и с карамелью. И это очень съедобно. Это для меня это гурманика. Аромат 2016 года заявлен как унисекс, но я больше представляла бы этот аромат, наверное, все-таки на женщине. Ну, возможно, на мужчине, просто я не знаю таких мужчин, кто вот таким бы пользовался. Возможно, под определенный образ, возможно, да. И что у нас вообще, что я вам еще скажу? Он пудровый, он сладкий. Белоцветы здесь как, ну, в общем-то, жасмин пышный, флёр де ранш, тубероза, то есть, сами понимаете, белые цветы, мощный напор, конечно же, есть. Карамельный, пряный, теплый, бальзамический. Я здесь откровенно слышу горькую миндальную косточку. Вот очень откровенно, но ее в пирамиде нет. Может быть, фрагрантика нам что-то не договаривает. Может быть, не знаю, я здесь чувствую горькую миндальную косточку. Буду, конечно же, аромат разнашивать с удовольствием. Хочу под разные образы его примерить, под разную погоду. Еще, знаете, у меня вот горячая кожа и очень, ну, даже из крышки, вот из крышки аромат пахнет мне миндалем. Что тут так играет, я не знаю. Однозначно интересный бренд. Это молекулярная парфюмерия. Это химическая, здесь, в общем-то, всякие вот эти молекулярные химические соединения, которые сейчас витают в моей комнате. Из крышечки также тубероза, жирненькая такая, мясистая, белая и очень сладко. Мне кажется, мне здесь даже вот этот кокос прям мерещится. Флакон, конечно, отдельно. Флакону спасибо. Очень яркий, очень красивый. Я брала себе вообще вслепую, эта покупочка моя. Флакон красный, вот так выглядит, и у меня целая соточка. Вот так. Все-таки, возможно, со временем я себе приобрету Джульетту Февер, липстик Февер, потому что мне аромат очень понравился из пробника. Я его разносила, я уже знаю, что это за аромат. Помадный такой, пудровый. Там тоже есть малина. И там малина мне нравится. Она слышна. Здесь я ее не слышу. Здесь он сладко-пудровый, белоцветочный. Я очень хочу его на улице выносить. Полное свое, конечно же, мнение я вам составлю в своих подборках, как всегда, как обычно. Мне вам хотелось показать саму распаковку, хотелось показать, как все оформлено, какое качество. Ну, конечно же, рандеву, самые выгодные цены. Я сейчас прошла, вот буквально по интернет-магазинам пробежалась, Золотое яблоко, Литуаль, там везде дороже, прям порядком. На рандеву он в районе 6000, ну, минус промокодик, и уже хорошо, сразу 600 рублей, да. Вообще здорово. Причем, если вы там отзывы ставите, у вас на предыдущие покупки, там тоже копятся бонусы. И, конечно же, рандеву вам пришлет пару прекрасных пробничков, где вы сможете познакомиться с ароматом и сделать какое-то впечатление свое и, возможно, заказать. Ну все, я буду заканчивать свое видео. Возможно, оно не такое яркое, но это первое впечатление. И вот такой вам мой отзыв. Проходите на сайт и посмотрите, может быть, для себя что-нибудь выберете. Всем пока!